Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть The Binding Isaac Rebirth, мод, который... Я читаю с бумажки, я все время забываю название. Epic Battle Fantasy 4, да. Испытания, и знаете, ну тут из испытаний более-менее нормальные, что мне понравилось. Вот это. God Cat. Почему? Потому что у нас в управлении таки, наконец, котенок. И не просто котенок, а котенок с головой бога. Значит, во-первых, одно сердечко, но 9 жизней. Это башка, которая производит мух, и хвост, который создает кучу всего. И выстрелы наводящиеся, потому что это голова бога. Голова боги и кот. Вот такое что-то. Няшный кот и летает, всех убивает врагов. Друзей угощает. Друзей тут нет, поэтому всех убивает врагов. Как-то так. Так, это все мы будем разгребать. Что-то неохота. Ну, вот эту надо фиклюшку добить. И получить сундук, которым ничего, походу, толкового нет. Парочку усилений дамага, и будет вообще песня. Я вот не знаю, если тут магазины, пожалуй, возьмем. Возьмем монеток, мало ли что. Что-то какой-то гигантский уровень, это Excel, что ли? Подождите, подождите, сейчас я гляну. Ой, сколько сундуков. Халява, сэр. Нет, это простой, обычный уровень, без всяких Excel. А, хорошо. Вот это надо обязательно глянуть. И тут монетки. Больше монеток. Я просто вот не знаю, есть ли магазины, стоит ли эти монетки собирать, и собирать для чего. Давай, давай быстрее. Как вас много, этих ваших фикалюшек. Да, надо какое-то вот усиление стрельбы, дамага, всего. Ну, есть полет, это уже классно. Это уже само по себе прикольно. И плюс голова бога. Ну, извините, это вообще крутость. Наверное, это самый крутой, какой есть вариант игры. Играешь чудо летающим котенком Гаппи. Хотя он тут, может, не Гаппи. И вообще тут белый кот, обратите внимание, это круто. И у него есть еще голова бога, которая просто чудесная. Ах ты! А ведь у нас всего половинка сердечка. Это так, ну, в общем, если... Ага, конечно. Зеленый шприц, это ядовитый. Нет, это скорость и дальность стрельбы. О, вот это хорошо. А, что-то как-то. Котенок перестал быть белым. Хм. Вот тут бы подошло, например, какое-нибудь усиление здоровья, которого вообще у нас что-то маловато. Не у нас, у нашего коте. Окей. Так, есть. Так, что, ключа нету? Ключа нету. Да ладно, ключа нету. Что ж нам, может, ключ дадут? Ты, дай ключ. Чувак, ключ дай. Мы тут тебя только ради ключей. Ключ. Он тупой, а. Не монетки, ключ. Ну, монетки тоже, конечно, хорошо. Не сердечки, ключ. Дай ключ. Ключ. Ой, бомбы. Не, ну бомбы это тоже хорошо. Сейчас мы вас всех взорвем. Если не будет ключа. Ключа, я чувствую, не будет. Попробуем тогда еще вот этого чувака. Это даст что-то хорошее, я надеюсь. Вот он ключ дал. Молодец. Мы тебя взрывать не будем. Вас всех взорвем, придурки. Вот, повышение здоровья. Вот это вообще был полезнейший чувак. А ты сейчас получишь бомбой. И твой автомат. Мне не все дали сердечки, от которых толку-то. Ладно, хоть ключ вернули. Я не знаю, зачем он, может, он нам и не пригодится. О, усиление дамага. Отлично, отлично. Теперь-то как вот. Всем свободны сейчас будут. Чего-то нам не надо. Вот уже и босса, вон и камень с крестиком. Надеюсь, там будет камушек. Нет, там ключ и серое сердечко. Ну, сердечко тоже хорошо. Где-то там куча секретных комнат. Все-таки может поискать. Вот еще, кстати, камень с крестиком. Вы думали, я пропустил? Нет, я его заметил. Ну, сейчас. Так, три мушки. Оп, стоп. Опять куча монет. Ну ладно, еще выпало там, например, деньги, сила. Было прикольно. Куча монет. Магазинов нет. Опять какой-то тухлый реп получается. Реп. Я репер. Репер Гаппи. Дальше не знаю, что сказать.
Ну, собственно, все. Тут нету магазинов. Тут могут быть только секретные комнаты. Просто проверим, возможно, одна из них тут. И она тут. И опять тут монетки. Да ладно. Как это полезно, оказывается. Все, пошли к боссу. Будем с ним разбираться. Воу, да это же монстро. Это же монстро. Монстро. Пинк, свободен. Это был монстром. И еще усиление дамага. Вот это хорошо. Это весьма кстати. Так, он предлагает всякое тут нам. Не знаю, но нам надо. Но нам не надо. У нас вроде и так неплохо. Что у него еще можно взять? Да ничего. Кот у нас уже собран. Прелестные коты. Надеюсь, тут не тупик. Да, это очередная фишка. Вот помню уже начало такое. Если там большая, а там маленькая, то маленькая тупик. Так. Взрываемся, взрываемся. И черви исчезают. Прекрасно. Коты крут. Коты крут. Да еще и голова бога. Да вообще, два в одном. Круто в квадрате. Квадратно-крутой коты. Не, да ладно. Там ключ, но, пожалуй, вернемся за ключом. Да по-любому вернемся, потому что... Что за пилюля? Range down. Ну, вот этого зря. Зачем нам такой странный... Ну, ладно. Черные сердечки, хорошо. По сути, потеряли половинку, но это ничего страшного. Тише-тише-тише-тише. Вот. Есть комната с ключом. Что это за комната? Откуда взялась? Конечно, мы возьмем эту чудесную книгу. О, как же. Нет, подождите, мы вначале возьмем эту чудесную книгу. Зададим серое сердечко. А теперь возьмем эту чудесную книгу, чтобы там проходить быстро всех мамаш. Что там будет? Так, что-то ключи-то потихоньку пропадают. Ох ты, что ж ты. Опять куча монет. Ой, как плохо. Ну ладно. О, не-не-не, только не это. Ну да, тут появится всадник, потому что мы использовали Book of Revelations, книгу откровений. Ну и хорошо, почему нет? Что тут предлагает? Надеюсь, он нам даст... Не башку. Башку. Зачем она нам? И не надо нам на это башка. И это. Ну вот, карту бы какую-нибудь найти, это было бы классно. Эй, чё он такой быстрый? Это нечестно. Я не был к этому готов. Ну и ладно. Опять. О, здравствуй. Ты наш друг, дай нам что-то. Только не Боб. О, нет! Ну это жалко было. Ай-яй-яй. Друг. Казалось, не очень-то и друг. Он такой, типа... Ты гадкий кот и оккупант. Получи бомбу. Типа того. Попрошайки не сдаются. Ну, ладно. Здрасте. Привет. Это был приунывший паук. Чего же их так много-то? Ну, я не знаю, задел-то. Ну, зачем задевают? Это больно. Так, ух, они хотя бы не лазерные, и это нормально. И опять сердечки. Или монетки. Почему не артефакт? Так, вот какая-то чудо-карта. Которая, дес, такое себе. Опять ключ, ключ хорошо. Ать. Вот мы их картой... Это не карта дес, вот это карта дес. А, да, точно. Зато теперь кот летает с крыльями. Ну, это да, эффект суперкниги. Вы знаете, на одну комнату. Карта Суицид Кинг. Оставьте себе и Маджишн. Маджишн прикольно. Ну, учитывая, что и так они вроде бы наводящиеся. Цып, цып, цып. Ну, давай. До свидания. Вот это взорвать. Казалось, опять 100 500 монет. Ну, хотя бы бомб подкинули, то хорошо.
Кстати, суициды Кинг можно было бы использовать. Если бы у нас было одно сердечко, было бы не жалко. Так их два. Уже не так как-то хочется терять их. Ох ты, какое! Какие быстрые-то. О! Что нам дает англ? Четкие надо, да, надо четкие, давай. А четкие дают три сердечка. Серых сердечка. Лопата. Может прокопать все? Нет, нельзя. Ну, ее дают. Дают. Ну, давайте копнем. Возьмем ту книгу и пойдем через эту дырку. А, это оказался секретный уровень, в котором... Это же, если я не ошибаюсь, отравленные выстрелы, да. Обычная простуда. Ядовитый дамаг. Ну, окей. Окей, дальше, дальше. Спасибо, лопата. Лопата. Немножко что-то не то, но пускай будет. Так, Curse of the Lost. То есть мы не видим карту. О, нет, мы не видим карту. Какая беда. Это плохо. Опять блуждать. Искать. Ну, в принципе, кто ищет, тот найдет. Тыщ. Пу, тра-та-та-та-та. Окей. В бою предлагают серый сундучок. Аж целый серый сундучок. Ну уж нет. Блин, какая большая комната. Вот бы тут уже и босс был. На карте бы сразу было видно. Тут видно, что тут... Ну, проход дальше есть. Хотя бы это хорошо. Бомбы становятся ключами. Опять. Да что? Что такая-то пруха на эту карту? Пилюлю. Второй раз уже выпадает. Ну, в смысле, это считая по нескольким забегам, я про это. Ну, может, сюда? А, попрошайка за ключи, у нас их всего 6. Нет. Здрасте. Поймал. Ну, я старался. Опять поймал. Да ладно, хватит уже. Я что думаю, тут, наверное, надо взрывать, чтобы искать сердечки. Что-то только находятся турельки. Оу. И ничего нету. Три бомбы вот так в молоко ушли. И тут тупик. Обалдеть. И карта мы не знаем. То есть это вообще мы обошли все тупиковые ветви. Оу. It's not good. Ну, предположим, что... Не старт ли это? Ой-о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 й. Ну да, сейчас нам тут наваляют. Всю жизнь потеряем. Не хочу я так. А ведь все-таки круто. Это же кот, у которого голова бога. Ну что тут плохо со здоровьем. Начинаются вот эти всякие унылости. Все будет классно, мы пройдем. Ох, ну что серые сердечки не выпадают? Было бы весьма кстати. Опять тупик. Тупик? Да ладно. Ну, значит, где-то поворот был... Вот, налево. И тоже тупик. Ой, да ладно. Да как так-то? Кстати, вот камни, а... Стоп. А камня с крестиком и не видать. Не сколько сердечка, сколько бы повышение бы дамага. Ну, ладно. Вот куда теперь? Здесь. Мы были здесь. Значит, в эту сторону. С самого начала надо было идти в эту сторону. И было бы все в порядке. Но нет, надо обойти все комнаты. А потом только казалось, что не все тупиковые. It's not good. И тут тупик. Да что ж такое? То есть надо вот так вот решать, в какую сторону пойти. Выбрать все варианты. И вот тот, который последний, который меньше всего привлекательный, наверняка это и есть прямой прям вот к боссу ход. Как-то так надо, значит, решать. Ня. И да ладно. Смешно ей. Смешно на дураку, что нос на боку. Ага. Ну, где ты там? Оп. Колесо фортуны. Ну, да. Twelve Diamonds. Удваивает количество денег. Обалдеть. Я даже не знаю, зачем это все. Это все нас обманывают. Где-то тут бомбу и, наверное, тут. Карта Ловерс, которая ни о чем.
прям не знаю. Вот, то наконец камень с крестиком. Великий священный камень с крестиком. Ох ты, блин. Попало-таки. Ну давай, серых сердечек, раз уж ты камень с крестиком такой камень. Ну вот. И то хорошо. И это гиш, который нам как-то и не очень-то нужен. Мне какую-нибудь ерунду дадут. Уверен. Ненужнейшего помощника дадут. А и да ладно. Как ты попал-то? Как я затупил-то с этим? Ну ладно. Как обычно затупил. Sticky friend, да. Все как обычно. Ну, это вроде уровень уже с мамашей. Вот уверен, что сюда. Надо больше дамага. Больше дамага. More damage. More damage. Окей. Ну, я даже не знаю, что тут будет-то. Миллиард долларов. Ну, только тут магазинов нет, поэтому спасибо, не надо. Че они там? Че они там бесятся? Все свободно. 99 монет, пожалуйста. Вот. На. И тупик. И тупик. Казалось, это тупиковый был. Тупиковая ветвь. Видите? Значит, надо было сразу сюда не идти. В другую сторону пойдем. Казалось, тоже тупик. Сразу. Ну, тут хоть сразу тупик. Да зачем монетка-то? Кстати, тоже сделали нехорошо. Монетки можно брать, а они не добавляются в кошелек нехорошо. Лучше бы сделали, чтобы они не брались. Вот набрал 99, все, больше не берется. О, серое сердечко. Какой редкий артефакт. Действительно, не часто падает что-то. Это как-то не весело. А, серое сердечко? Нет. Увы, нет. Большая комната. Ну, 100% сквозь нее идти. Вот не хочу. Значит, сквозь нее. Два монстра. Потому что один это мало уже. Ну, действительно мало. Ну, что-то не выдержал нашего неистового напора. Вот такое. Ну, может, хотя бы камень с крестиком там где-то. Хоть чуть-чуть похожий на крестик, камень с крестиком. Ну, какой-нибудь. Нет? Жалко. The Moon. Секретная комната. Ну, хоть что-то. Ой, какая классная секретная комната. Просто чудесная. Возьмем Magician. Пригодится еще. Ну, да где же вы сразу напарываешься на него? Ну, и это тупик еще к тому же. Стоп. Показалось. Комната тупик. Ну что, ну никуда не годится. Так, ну это можно взять. Смысла, правда, не вижу, но можно. Взорвись. И нету серых сердечек. Они бывают, что там бывают. Ох, скачили. А вот и наконец-то босс. Ну что? Раз уж так. Ну что, ну пошли к боссу. Взорвем. Ну, может, что-то хорошее. Все самое полезное именно сейчас и выпало. Итак, ММАша. А играем мы вроде как Айзиком. Свободно. Так, и даже босс Раш мы, типа, успели. Да, босс Раш мы, типа, еще успеваем. Это что? Это Бадди. Это три сердечка. Отлично, спасибо. Ангел. Нам что выбирать-то, вот не знаю. Ну, наверное, темную будем валить нечистого, я так понимаю. А кажется, что надо было светлую брать, вот как специально. Что из этого нам надо? Ничего нам из этого не надо, поэтому босс Rush я даже не буду пытаться проходить. Это ужасные артефакты, а какой-то там дадут никакой-то, это не умеют. Я вообще был бы не против, чтобы на мамаше и закончилось, на второй мамаше. Ну, видишь, это что? Сейчас. Чё тебе, говорит, надо, чтобы закончилось? Ну, сейчас, подожди, закончится. И еще мы не видим, что там творится со здоровьем. А ведь теперь каждый удар — это одно сердечко.
Осторожней. Коты, осторожней. Что дашь? Давай, усиление здоровья, это будет отлично. Но только не Боб. Кстати, до красных сердечек еще не дошло. У нас их 5. Загадочный пакетик, наверное, так сказать. Мешочек, да, я знаю. Который дает загадочные вещи. Ох, ох, ты что ж ты делаешь? Вот это зло. Этих ребят я не люблю. Ох, а этих я тоже не люблю. Что-то их много. А если еще все стрельнут, вообще будет капец. Ну-ка, ну-ка. Казалось, куча монет. Эй, да ладно. Казалось, босс. Вот это хорошо. Привет. Что, ну нам даст ты либо... Ух ты. Хух. Ну, такой. Он дал конячку, которая нам... не нужна. Зато вот камень с крестиком. Это интересно. Сердечко. Ну, хорошо. И тут нам дают 3 сердечка, чтобы уже заткнулся. Все, я заткнулся. Идем дальше. 3 сердечка. Классно. Че? Мне нравится. Закрыто. Не пускают. Да. Всех. Всех. Еще и этот гад. Этот. Ну вот. Но босс явно не там. О, сколько сердечек. Это мы там набрали целую кучу, а у нас их всего-то так немного. Бомбы становятся ключами. До лампочки. Hell's Down. Обалдеть, как вот спасибо, помогла нам эта пилюля. Вот эта пилюля просто зажгла. О, давай, дружище. Только не бомбу, которую ты умеешь. Это мы помним твои. О, повышение здоровья. Ну, то есть там мы потеряли, тут приобрели. Как бы это, ничего страшного. Так, этот дурачок станет на шипы сам. Ну, потому что дурачок. Потому что дурачок. Потому что нельзя быть на свете глупым таким. Как-то так. Ой, здрасте. Ой, привет. Ох, а дамаг-то какой-то не очень-то. Так, чтобы уж прямо. Ну, глянем, что за тут такая комната. И это не кубик. Это комната с кучей монет. Конечно, они хорошо для попрошаек, например. Вообще классно. О. Опять куча монет. Да что, зачем? Вот они ж подбираются, а толку от них немного. Бомба. Ну, возьмем. О, опять попрошайка. Видите, не зря куча монет. Давай. Сердечко. Ну, это ни о чем. Пока вот это взорвем. Давай, еще что-то, чувак. Пилюли-генератор. Ну, сгенерируй пилюлю. Range down. Обалдеть. Одна пилюля лучше другой. Ну, спасибо за этот ваш такой генератор. Какой-то дегенератор это, а не генератор. Ах ты, попало. Кстати, что-то защиты-то у нас и немного. То есть нету вообще. Зато там серое сердечко валяется. Это надо пойти забрать. Опять сундук, и хорошо. Тут, да, серое сердечко. Как это ты его так оставил, так просто? Нехорошо. И босс. Да. Вот как-то так. Карта, которая чарет. Это неуязвимый, спасибо, не надо. Босс, it lives. Мамаша 2. В общем, до свидания. И хотя мы взяли... Мы черную взяли или белую? Мы белую взяли. А идти можно только в черную сторону. Ну, конечно. Нет, мы черную взяли. Все правильно. Белого луча нет. Значит, по идее, все правильно. Либо будет тут на нечистом, либо аж до конца. До лэмба. Ой-ой-ой-ой-ой. Хватит попадать, ты гадкий Локи. Это нечаянно бомбу выкинул. Сбросил бомбу. Бывает. Поднатужился так и сбросил. Ну чё, куда-то сюда, наверное? Совсем нет. Усиление дамага. Отлично. Не стали больше. Да прекрасно.
Ребятки, а кто тут против нас? О, невидимые черти. Черти невидимые. Вот так вам и надо. Поразводили тут невидимых чертей. Свободно, да. Серое сердечко, отлично. Бомбу. Давайте бомбу, бомбу. В каждом костре по сердечку. Ну, может, тут еще и секретная комната. Уж раз так. Нет, нету. Ну, раз так, давайте еще глянем черепа. Черепа, черепа, черепа. Черное сердечко. А, нет, это не то. Турелька, нет, турельку не надо. Ух ты, блин. Так, на что это намекает? А, ну, в общем, он сам как-то сдох. Серый сундук в бою, да на этом-то на уровне. О, повышение здоровья, наконец-то. Нас услышали. Так, нам... Ух ты, это же турельки, которые открываются, когда захотят. Хотят они не часто. Ну уж тогда, когда мы не готовы, это точно. Пилюля с эффектом... Амнезия! Да вы что вы! Ну, я точно помню, что там вроде тупики везде были, а тут у нас как бы вверх только путь. Цып-цып-цып. Еще серое сердечко, отлично. А вот это не отлично, этих ребят никто не любит. Потому что они привидения. Это как в фильме про Каспера. Доброе привидение. Там был Каспер и злые привидения. И их никто не любил, потому что они привидения. С другой стороны, Каспера никто не любил, потому что он привидение. Вывод: привидений что-то не все, никто, в общем, не любит. Так, хорошо. Привет. Как хорошо-то. Он прекрасно. По-моему, дамаг стал какой нужно. Вот и босс. Собственно... Тот самый. Тот самый босс, который босс. Пошли, босс, разбираться. Это маленькая комната. И не страшно. Два. Тоже хорошо. Че, нечто сам. Ой, попал, попал. Ну, красавчик, старался. Жалко, тут супер книгой как-то не очень работает. Ой, попал еще раз. Прекрасно, прекрасно. И это не конец. Это еще не конец. Это еще не конец. Это конец? Нет, еще одна комната. Все-таки надо пройти Лэмбо. Сундучки. Паучки. Бомбочки. Да ладно. Бомбите своими бомбами. Еще бомбы. И коробка, в которой... А, ее использовать надо. В которой... Что в ней было? Ничего. Значит, берем то, что у нас было. Пошли искать комнату. О май гад. Это ужасно. Несмотря на что вроде бы неплохая вот эта голова бога, но надо больше дамага. Чтобы их с одной вот просто вот... одной слезинки выносило. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж тут делается-то такое? Три супер жадности. Карта солнца, отлично. Покажи нам, куда идти, карта. Все правильно? Мы идем туда, куда надо. Не-н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 е. Вот это как глаза только еще и летающие. Белое сердечко. Давайте возьмем. Как раз отлично. Жадность? Наконец-то она попалась. И... Ну и все. Так, это Daddy Long Legs. Короче, паук. Косиножка, сенокосит, как его там не называют. Ну, это вообще-то не паук, так, ну, из паукообразных. Ну, типа паук. Хорошо, паук. Типа. Ой, это что у нас будет? Водолей это. Ага, оставляем синюю дорожку. На синей дорожке. Так, так, спокойней, ребята, что... Ох ты, еще и лазером. Вот про лазер-то мы не договаривались. Это нечестно. Ну, серо-серо, не лазер, я знаю. Такое что-то себе такое позволяют. Невидимые черти. Ну, это такое. Действительно, что-то. Что это? Телепортатор? Не надо нам ваших телепортаторов. Все, у нас есть суперкнига, у нас есть наводящиеся выстрелы. Мы их, наверное, сейчас используем. Они и так наводящиеся, а теперь будет еще наводнее. Наводнее. Ну, в общем.
Да-да-да, взрывайся. Взрывайся. Гадское создание с рогами и тушкой. Надо тушку бить. Тушку, тушку, тушку. Я тушка, тушка, тушка. А вообще, вовсе и не лэмп. Ну все. Такое вот. Ну это же супер летающий котенок Гаппи с головой бога. Как тут можно было проиграть? Никак. И я не проиграл. И вы не проиграете, если что. Прошли. Ну, по-моему, отличное завершение. Это было последнее 20-е испытание. Часть из тех испытаний, они такие же, как в Айзеке. Некоторые хорошие, некоторые плохие. Есть, которые я просто пропустил, они мне не понравились. И некоторые действительно хардкорные. Просто не смог их пройти. Все. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч.